Всем привет, друзья, на связи снова канал «С нами живые» Халем. ЕНПФ – одна из наших любимых государственных организаций. Хотя бы раз в месяц, но мы упоминаем ее в своих выпусках. Не раз уже мы отмечали, что эффективность управления нашими пенсионными деньгами и этим фондом, ну, мягко говоря, вызывает вопросы. И именно поэтому и мы, и в целом, наверное, многие казахстанцы с позитивом услышали предложение от Касым-Жомарта Токаева дать возможность людям пользоваться своими пенсионными накоплениями не только непосредственно с выходом на пенсию, а уже сейчас. Во время своего первого послания народу Казахстана он озвучил поручение правительству до конца года проработать вопрос целевого использования граждан части своих денег из ЕНПФ, например, на покупку жилья или получение образования. Напомним, это было еще в сентябре, и мы все ждали, когда это поручение начнет воплощаться в жизнь, когда появятся первые очертания схем, по которым люди смогут снимать свои пенсионные деньги. Например, очень интересовал вопрос, частично снимать деньги – это как? Сколько денег можно будет использовать и на каких условиях? И вот сейчас в СМИ появилась какая-то раскладка, которая отчасти на эти вопросы отвечает. Но лучше бы, если честно, мы бы этих ответов не слышали. Похоже, большинству казахстанцев своих пенсионных денег до пенсии все-таки не увидеть. Сейчас об этом будет подробнее. Поехали. Теперь же по традиции буду в начале выпуска просить о колокольчике и подписке, ну сори, так устроен YouTube. А колокольчик, напомним, нужен для того, чтобы не пропускать новые видео. Все, теперь к теме выпуска. Здесь нужно сразу оговориться, что схема по реализации предложения Токаева, которая попала в распоряжение редакции портала 365.info, еще не окончательная. Вроде как над ней только работают, но вероятность ее реализации именно в таком виде довольно высока, если только сейчас общественный резонанс не заставит ее пересмотреть. Но сначала давайте немножко порассуждаем. Токаев ведь верно отметил, что деньги из ЕНПФ было бы неплохо потратить на покупку жилья или образования, но вот вопрос, а какая категория граждан нуждается в этом особенно остро? Ну, во-первых, наверное, это молодые семьи до 30 лет. Им и жилье нужно, и учиться, повышать квалификацию очень хочется. Так вот тут Министерство труда и социальной защиты предлагает два варианта частичного использования своих средств. Первый вариант почти никому в Казахстане так получается не подходит. Согласно нему, можно снимать деньги и не возвращать в ЕНПФ только в том случае, если у вас накоплена хорошая, скажем так, несгораемая сумма. Для мужчины, если мы правильно все поняли, эта сумма составляет от 6,5 миллионов тенге. Если вы каким-то чудом умудрились 20 годам накопить столько на пенсионном счету, ну что, понятное дело, невозможно. И 9 миллионов 600 тысяч тенге, если вы 20-летняя девушка. Кстати, да, для женщин порог намного выше. Чем старше человек, тем несгораемая сумма должна быть большим. 30 лет у мужчин на счету должно быть свыше 6 миллионов 695 тысяч тенге, а у женщин 9 миллионов 674 тысячи тенге соответственно. Логика тут простая. Чем ты моложе, тем денег у тебя на счету может быть меньше, с учетом того, что до пенсии ты еще будешь долго работать и успеешь накопить еще. Но юмор ситуации в том, что таких денег у казахстанцев на счетах почти ни у кого нет. Цитата с портала 365.info. На безвозвратное досрочное изъятие накоплений для покупки жилья могут претендовать только 1,2% вкладчиков, или 113 503 человека. У них денег на счетах больше, чем установленный порог достаточности. Что это значит? Что идея президента помочь людям с жильем с помощью пенсионных накоплений в итоге рассчитана на очень малую долю населения. Да и та исключительно с высокими доходами, уже достигшая предпенсионного возраста. Нуждаются ли они в улучшении жилищных условий? Возможно и скорее всего не для себя. Конец цитаты. Но есть еще и второй способ получения своих пенсионных денег. Вы частично можете взять их у ЕНПФ в долг под проценты. Свои же пенсионные деньги в долг под проценты. Цитата все с той же публикации. Схема кредитования за счет пенсионных накоплений проста, и ее сейчас обсуждают в правительстве. Итак, вкладчику нужно будет открыть депозит в Жилстройсбербанке, а затем подать кредитную заявку. В случае ее одобрения ЕНПФ перечислит 30% стоимости жилья в банк, а он уже предоставит жилищный заем. Правда, на время действия кредита на вкладчика будет возложена дополнительная финансовая нагрузка. Ведь нужно будет и в Жилстройсбербанк платить, и делать взносы в ЕНПФ. Конец цитаты. Это удивительно, но логику от ЕНПФ тут объяснить даже можно. Этот же фонд в идеальном виде создан для того, чтобы приумножать деньги казахстанцев. Так вот, те деньги, которые у них есть, наши деньги, они же должны как-то работать и приумножаться. А значит, в этом случае, если мы их с вами взяли, то должны будем сами чуть-чуть еще поработать побольше, чтобы помочь ЕНПФ увеличить наши накопления. Кстати, по поводу образования тоже есть интересное наблюдение в этом материале. Ссылку на который мы, кстати, оставим в описании. Так вот, судя по всему, потратить на образование деньги люди также смогут только сами, а не смогут их перенаправить на образование своих детей или внуков, что тоже как-то странно. Ладно, давайте по этой части немного резюмируемся. Если ты получаешь среднюю по официальным данным в Казахстане зарплату в 170 тысяч тенге, то к 30 годам ты никак не сможешь в ЕНПФ при текущем уровне доходности этой организации накопить сумму в почти 7 или 10 миллионов тенге, чтобы потом часть безвозвратно использовать. Здесь я даже не буду отдельно останавливаться на том моменте, что вообще-то во время разработки этих законов правительству стоит ориентироваться не на среднюю зарплату по Казахстану, а на медианную, которая едва ли не в 2 раза ниже средней, но на которую живет несравнимо больше жителей нашей страны.
И именно поэтому средний вклад одного казахстанца в ЕНПФ составляет всего 1 миллион тенге, а никак не 7. Помните, с какими эмоциями мы услышали новость про частичное использование денег из ЕНПФ? Каждый в голове, наверное, прикинул так. Допустим, у меня есть там 2 миллиона тенге. Мне сейчас дадут 1 миллион, я чуть подкоплю еще и смогу внести первоначальный взнос на жилье, например, по программе 7-20-25. Но как выходит из этой вот предложенной схемы, ничего подобного не будет и близко. Без процентов деньги сможет взять почти никто, а под проценты зачем? Какая разница тут между обычным кредитом в банке? Тут только если процентная ставка будет прям в разы меньше, чем банка второго уровня, но такой информации пока нет. Ну то есть, если говорить грубо, никакой халявы тут не будет, если слово халява вообще применимо к собственным деньгам из ЕНПФ. А теперь небольшой блок совсем диванных или кухонных, или как хотите, рассуждений. Я постоянно говорил, что в плане накопления денег ЕНПФ не особо эффективная штука, учитывая девальвации и постоянные скандалы с посадками руководства фонда и сомнительными инвестициями. Но даже если это отбросить, вот у нас была новость в августе 2019 года. Выходила на портале Capital.kz. За 5 лет реальная доходность пенсионных активов составила 12,1%. Это за все время существования этой организации. Ранее в Казахстане, если помните, была возможность выбирать разные накопительные пенсионные фонды, а потом решили все объединить и создать единый пенсионный фонд. Так вот, реальная доходность – это доходность за вычетом инфляции, фактического обесценивания денег. Цитата. За весь период существования ЕНПФ показал инвестиционный доход по накоплениям выше уровня инфляции. Это означает, что вкладчики заработали на своих накоплениях в фонде. Так, с 1 апреля 2014 года по 31 августа 2019 года накопленная доходность пенсионных активов ЕНПФ составила 61,1%, в то время как накопленная инфляция за этот же период не превысила 49%. В результате реальная доходность пенсионных активов составила 12,1%. Конец цитаты. В этом же материале писалось, что якобы до мудрого решения о создании ЕНПФ эти всякие разные пенсионные накопители показывали, дай бог, доходность близкую к инфляции, то есть сохраняли деньги. А некоторые скандали известные фонды и вовсе деньги казахстанцев разбазаривали, и потом руководству ЕНПФ пришлось разгребать эти проблемы. Так вот, мне же было интересно, сколько может заработать казахстанец к 30 годам самостоятельно или с помощью такого фонда. У нас, конечно, такого выбора нет, но я просто фантазирую. Допустим, этому человеку сейчас 30 лет. Он начал работать в 18 лет, в 2007 году, хотя при этом параллельно учился на факультете журналистики, еще не знал, что в 2018 году станет блогером. Не пугайтесь этой таблицы, я сейчас тут объясню. Сразу оговорюсь, что она настолько утрированная и обобщенная, что может быть местами даже косячная, но надеюсь, что не очень. Извините меня, я гуманитарий, и тем не менее. Допустим, по итогам 2007 года пенсионные отчисления этого специалиста составили 50 тысяч тенге. Я возьму среднюю доходность ЕНПФ не 12%, а 10%. Такой чуть более пессимистичный сценарий, потом объясню почему. Так вот, по итогам 2007 года он, допустим, накопил со своей зарплаты 50 тысяч тенге. Положил себе в банк на пенсию, и ему на эти 50 тысяч тенге капнуло еще 5 тысяч тенге прибыли в виде инвестиционного дохода. В следующем году ему подняли зарплату, и за 12 месяцев он уже смог отложить 90 тысяч тенге. С учетом тех 55 тысяч тенге и этих 90 тысяч получилось 145 тысяч тенге, на которые за год накапало еще 10%, а это 14 500 тенге. И вот у нашего молодого специалиста на условную пенсию уже отложено 159 590 тенге. Ну и так далее. Предположим, что этого журналиста зарплата росла неплохо, и при фактическом вложении 2 880 000 тенге в итоге он вроде как с помощью пенсионного дохода смог накопить на своем счету 4 583 922 тенге. Запомним эту цифру. А вот есть еще одна табличка. Если бы тому же условному журналисту с таким же доходом решили не откладывать 10% от зарплаты в какой-нибудь пенсионный фонд, а он бы просто брал и переводил по итогам года накопленную таким же образом сумму в доллары и откладывал бы себе их под подушку. В этой таблице я привожу курс тенге по отношению к доллару на 1 января следующего года. В итоге получается, что вот таким образом, конвертируя свои накопления в доллары, по итогам 2018 года этот уже 30-летний с синими кругами под глазами человек мог бы накопить 4 990 830 тенге. То есть, грубо говоря, держать деньги в долларах под подушкой было бы выгоднее на 400 с лишним тысяч тенге. Подчеркну, я мог здесь накосячить, но надеюсь, что не сильно глобально. И вот тут вы мне скажете справедливо. Ну вот, а если бы ты сразу укладывал ЕНПФ под те 12 с лишним процентов, а не так, как ты посчитал, по 10%, то твои тенговые накопления на счету превысили бы долларовые, откладываемые под подушку. Шах и мат, неверующий в пенсионный фонд, правда, тут есть несколько оговорок. Во-первых, не факт, что за 10 лет ЕНПФ бы стабильно показывал 12% доходность с учетом тех девальваций, роста и падения стоимости нефти, экономических кризисов и так далее. Во-вторых, доллар этот молодой человек мог не обязательно просто класть под подушку, а мог бы положить на долларовый депозит. Это сейчас он минимальный в процент 1,5-годовых, а ранее был существенно выше. Отсюда и доходность в тенговом эквиваленте была бы намного больше. Ну а в-третьих, ключевой аспект, о чем, собственно, сегодня и выпуск. Для того, чтобы использовать эти деньги сейчас, 30-летнему мужчине, у которого есть семья и двое детей, но нет своей квартиры, не нужно было бы идти в ЕНПФ и просить снять часть, по сути, под проценты брать в долг свои деньги. Он смог бы ими распорядиться здесь и сейчас.
Конечно, и тут есть куча подводных камней. В молодости не думаешь о своей пенсии, и мало у кого хватает дисциплины стабильно откладывать деньги. В копилку всегда хочется залезть, чтобы что-нибудь купить или закрыть кредит, например. А тут с ЕНПФ не забалуешь, заберут деньги так, что ты их даже в руках подержать не успеешь. Тут вроде как государство даже заботится о нас, мол, чтобы не подошли к своим 64 годам с голой пятой точкой и не стали бы потом ходить с протянутой рукой, а получали бы свою небольшую, но стабильную пенсию. И тем не менее, мы, например, за то, чтобы у каждого казахстанца была возможность выбирать. Например, лет в 25 человек может прийти и написать заявление: претензий государству по выходу на пенсию иметь не буду, но хочу откладывать на нее самостоятельно и тратить заработанные деньги так, как решу сам. Но не хочу я давать свои деньги на спасение тонущих банков, реализацию утопичного проекта ЛРТ или еще на какую-нибудь хрень под обещание высоких процентов, фактическое наличие которых я смогу проверить в лучшем случае, когда выйду на пенсию, если доживу до нее. Что будет с тенге и с ЕНПФ через 35 лет, даже загадывать не очень хочется. Вот такой выпуск. Нам сначала показалось, что Касым-Жомарт Кемелевич обещал одно, а на практике пока выходит другое. Кстати, о его визите в Алматы и новом ряде громких заявлений тоже будет выпуск, поэтому еще раз напомню про колокольчик. А сегодня всем спасибо. Всем пока.